वैराग्य योग भक्ति रसम प्रयत्नैर अपायत माम अनुभिक्ष मध्यम कृपां बुधिर यस पर दुख दुखी त्वं शरण सनातनम प्रभुमाश्रयामि। वैराग्य योग भक्ति रसम प्रयत्नैर अपायत माम अनुभिक्ष मध्यम कृपां बुधिर यह पर दुख दुखी त्वं सनातनम प्रभुमाश्रय प्रभुमाश्रयामि। गौड़ीय गोष्ठीपति श्रीशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद टोल्ड Гаудия Гоштхипати Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что Гурупад Падма, он трансцендентный, прозрачный посредник, через которого мы можем видеть все. Если мы будем пытаться видеть без Анугатия, без трансцендентного помощника, без трансцендентного медиума, то тогда наш даршан, он не может позволить нам увидеть все. Наш гуру Вайшнавы, они видят все, как происходящее по милости гуру Вайшнавов, по милости Бхагавана. Если кто-то приносит какие-то неудобства кому-то, то это, несомненно, происходит по воле Кришны. Все совершается Кришной. И это даршан чистых Вайшнавов. Даже лист на дереве, он не может упасть без желания Кришны, прямого или косвенного желания. И так или иначе, все прямо или косвенно связано с Шри Кришной. И Шрила Прабхупада дает нам такое учение, что Гурупад Падма, он трансцендентный, прозрачный медиум, через которого мы должны видеть и изучать все, и тогда мы сможем видеть вещи такие, как они есть. А сейчас наше видение, оно, видение мира, оно несовершенно. Оно может только проблемы нам принести, и нет никакого иного решения. Вначале всего все дживатмы, у них есть у всех ложное эго. Они не могут взять и начать совершать настоящий харибаджан. Они, конечно, могут пытаться, что-то делать. Но когда ложное эго в их сердцах, тогда такие обусловленные души не могут совершать настоящий баджан. Это главное. Ложное эго. У кого есть ложное эго, у кого его нет, как можно определить? Я узнал от моей гуру Варги, что если я хочу стать вайшнавом, то тогда каждый день мы должны изучать жизнеописание чистых вайшнавов. Не читайте Уджала Ниламани сейчас. Это может только скинуть нас в океан страданий, и мы никогда не станем вайшнавом. Мы должны идти постепенно, шаг за шагом. И вот я узнал от моей гуру Варги, что если мы хотим стать чистым вайшнавом, то тогда каждый день мы должны изучать историю жизнеописания чистых вайшнавов. Мы должны каждый день узнавать что-то о их жизни, как они совершали баджан, какое учение они нам оставили и прочее. И вот весь мир, а сейчас весь мир идет в противоположную сторону. Много раз я говорил, что Шрила Прабхупад сказал, что предотвратить неправильное положение вещей этого фанатичного мира, это внешняя такая неприятная обязанность Гаудия Матха. И чтобы предотвратить неправильное течение этого фанатичного мира, это
внешне неприятная обязанность Гаудия-матха. Но все же мы должны следовать тому пути, который указан Шрилой Прабхупадой, Шрилой Бхактивинодом Такуром. Может быть, весь мир будет против нас, но мы не должны беспокоиться об этом. Шрила Прабхупад говорил, что если даже весь мир обернется против меня, то я все равно не отступлю от пути, указанного моим Гурудевом. И вот даже если весь мир отвернется от меня, я буду находиться под сенью лотосных стоп моего Гурудева и буду говорить об той же самой абсолютной истине. Никто не сможет изменить моей приверженности. Это зовется Вайкунтха Даршаном. В этом мире, если кто-то какие-то правила издает, или законы, или еще что-то, они, как правило, подвержены изменениям, как в английской пословице говорится, кто делает законы, он же их и нарушает. И вот любые изменения возможны в материальном мире, но в трансцендентном мире, в духовном мире изменения, они невозможны. Если мы хотим там что-то изменить, то это глупо. Сейчас можно видеть, что весь мир, он двигается в противоположную сторону. И что же делать? Мы должны следовать пути, которые указали Шрила Бхактивинода Такура, Шрила Рупа и Санатана Госвами. И какое же определение чистого вайшнава? Очень внимательно мы должны изучать жизнеописание чистых вайшнавов. И если мы хотим сами стать великим вайшнавом, если мы хотим, а если наше ложное эго говорит, что мы лучше всех, то это доказывает, что мы хуже всех. И вот он такой махарадж пример приводит. Была одна девочка лет 10. Что мать учила какой-то ее какой-то этикету какому-то, а сама ничему не следовала. И в один день этой девочке надоело, она сказала, что если ты старше меня, ты просто пользуешься этим преимуществом и сама ничего не делаешь. И суть в том, что если мы хотим доказать, что мы превосходим всех, то это одно из доказательств, что мы ниже всех. Шлока Тринадапиана может быть в книгах, может еще где-то быть, но практически воплотить эту шлоку в своей жизни не так просто. Шрила Гурудев говорил, шутил много раз. И вот он говорил, я хотел стать великим вайшнавом, но когда я узнал о шлоке Тринадапи Суничина, я тогда понял, что я не смогу стать великим вайшнавом и развить такие качества, которые описываются в этой шлоке. Мой Гурудев так часто шутил. И без Тринадапи, когда и где и как, кто совершает баджан, и таких нет примеров.
кто без чувства смирения, которое описано в этой шлоке, кто совершает баджан, таких нет примеров. И вот это первый критерий, который описан Махапрабху, что если мы хотим стать вайшнавом, то мы должны развить эти качества, которые описываются в третьей шлоке Шикшаштаке. Шрила Кешава Госвами Махарадж говорит, что если вы совершаете баджан и у вас есть какая-то ненависть к женщинам, то, несомненно, у вас какие-то проблемы, иначе почему вы их недолюбливаете? Мы не должны думать, что кто-то женщины преданные, кто-то там мужчины преданные, мы должны видеть души, пребывающие в их теле. Наше сердце должно очиститься. Если наше сердце и ум, они параллельны, они действуют в одном направлении, то, что, вот как в этой шлоке, то, что внутри нашего сердца, то и на наших устах. У меня нет никаких надежд на вас, я не ожидаю что-то получить. Единственное, я хочу стать чистым вайшнавом, это моя надежда. И я пытаюсь что-то сделать, обрести милость от Гуру Варги, чтобы стать чистым, чтобы стать вайшнавом. У нас не должно быть никаких секретов. То есть перед Гуру Вайшнавами мы должны полностью открыть свое сердце, мы не должны ничего скрывать. Гуру Вайшнавы не могут простить нас, но Кришна, он не сможет простить нас, если мы что-то скрываем от Гуру Вайшнавов. И в последний момент нашей жизни, когда мы уходим из этого тела, то Гуру Вайшнавы, они когда уходят из этого тела, они все равно благословляют всех. У них нету такой концепции друзей и врагов. Концепция друзей и врагов, она не может быть у чистых вайшнавов. Будьте внимательны насчет этого. То, что внутри их сердца, то же самое они говорят. Если мы Шри Чайтанья Махапрабху, он сказал такие слова. И вот говорится, что если мы, вот в книге Джагадананда Пандита говорится, что если мы просто говорим, что мы совершаем гура баджан, этого мало. А если мы примем все правила, все поведения, весь характер Шри Чайтаньи Махапрабху, тогда Махапрабху увидит и скажет, что да, вы действительно совершаете гура баджан. You can count me among your parikari. When that day comes, when Chaitanya Mahaprabhu says, yes, you are my parshan. When Chaitanya Mahaprabhu says that. That's why Jagadananda Pandit speaking heavily. If I can
If I like to prove that I am doing Krishna Bhajan, I am doing Krishna Bhajan, you can recognize I am Gauranga Parshad. I am Goswami. Gauranami, Gauranami, Gauranami. If you can accept all the achara, achara, если мы можем принять все поведение, весь характер Шри Чайтаньи Махапрабху, то тогда Гуранган явится нам. Если спутники Махапрабху, Рупа Санатана, Гопал Бхатта, Джива Госвами, они все. We don't believe that you are Krishna. So still, what it concerns to me? То есть, если нас одобрит Шрила Бхактивинода Тхакур и спутники Махапрабху, это более чем достаточно. Нам не нужно ожидать, что какое-то общество признает нас вайшнавами. Если наш Гурварга признает нас вайшнавами, это более чем достаточно. А для этого мало наносить тила канхималы, а нужно следовать учению Шри Чайтаньи Махапрабху и его спутников. I can maintain privacy, nobody can see me, how people know I am not loose character, because room is closed. I can maintain purity, privacy, not possible. Chaitanya Mahaprabhu is there. If I want to prove and speak big philosophy in front of you, and if I not going to follow myself, Chaitanya Mahaprabhu, I mean Mayadevi, kick me out. Chaitanya Mahaprabhu cannot keep. Chaitanya Mahaprabhu kick me, I am going to follow. Chaitanya Mahaprabhu give order to Mayadevi, kick. So all the time I have to mention. И вот все время мы должны поддерживать ачарон, мы должны следовать примеру, показанному Шри Чайтаньи Махапрабху в семейной жизни, либо в отреченной, в жизни Матхаваси. Мы везде должны следовать примеру, показанному Шриманом Махапрабху. И вот те, кто пытается совершать баджан, может, мы находимся в грехастхашраме или в отреченном укладе жизни. Это не столь важно. Все, как правило, все стремятся к пратиштхе, к славе и почтению. Канака значит, это богатство, денежные какие-то экономические достижения, камини. Это противоположный пол, и пратиштха вагини – это последнее препятствие. Это слава и почести. А если вы избавитесь от этих трех препятствий, то тогда вы сможете стать вайшнавом. Matavasi Yuvan. Pratishtha can kick you out. То есть стремление к уважению, оно очень опасно. Это последнее препятствие, которое Майя нам преподносит. И очень тяжело избавиться от него. И так или иначе, эти все препятствия не приходят в нашу жизнь. Kanaka Kamini, Pratishtha Vagini can come in your life in different form, can come in your life. When Guru Maharaj was there, и вот когда Гуру Махарадж был в этом мире, ему уже 98 лет было. И вот много преданных
меня говорили, что я никогда не могу стать вайшнавом. А почему? Поскольку ты никогда не ездишь в западные страны, не делаешь, не проповедуешь широко. А я говорил, я не достоин проповедовать, поэтому не проповедую, Бабаджи Махарадж говорил, что нет, надо проповедовать. И вот мне говорили, что Шрила Прабхупада сказал вот эти слова, что мы должны принять вайшнава пратиштху, но поскольку вы не выражаете интерес к вайшнава пратиштхе, то тогда вы не сможете стать вайшнавом. И вот хотя мне и и вот мне говорили, что я не заинтересован в вайшнава пратиштхе, это плохо. Я говорил, как это возможно, что значит вайшнава пратиштха, поскольку по милости Гурудева что-то понял, может, не полностью. Но что значит вайшнава пратиштха? И вот мы обсуждали, что такое вайшнава пратиштха, и многие говорили, что нужно широко проповедовать и принимать славу этого такую славу. И у меня были сомнения на эту тему. Я пошел к Гурудеву, принес ему свои поклоны, никого там не было, и сказал, что у меня есть вопрос. Гурудев спрашивая, он назвал меня Баба и говорил, что я спросил Гурудева, чтобы он объяснил это, что такое вайшнава пратиштха. И поскольку я не полностью понимаю эти слова, можете ли вы объяснить мне? И Гурудев сказал, сначала ты объясни, как ты это понимаешь, а потом я добавлю. И я сказал, что если по вашей милости, я думаю, что когда преданный может стать чистым вайшнавом, он может возвыситься на занять положение чистого вайшнава, то после этого любая пратиштха, которая приходит в его жизнь, она зовется вайшнава пратиштхой. И Гурудев сказал, да, правильно. Вначале всего мы должны стать чистым вайшнавом, и потом любая пратиштха, которая приходит в нашу жизнь, она не может принести нам никаких проблем, она не сможет задеть нашего сердца, это зовется вайшнава пратиштхой. И тогда я утешился, поскольку все ругали меня, я был младше других, они дразнили, ругали, дразнили меня, и тогда я понял, что сказал Гурудев, то есть любая, когда мы станем чистым вайшнавом, то когда любая пратиштха приходит в нашу жизнь, то в этом случае она уже не может принести нам никакого вреда, поскольку мы передаем всю эту пратиштху, всю славу, все почести, все уважение нашему Гурудеву, Гурудев своему Гурудеву, и таким образом до Баларама, до Радхарани, это все. Это вся слава, почести, уважение, но достигает Радхарани. И вот с тех пор я был очень осторожен. Если мы хотим узнать значение шастры, то мы должны следовать чистым гуру вайшнавам, пути Шраутапанхи. Любое значение, которое мы хотим извлечь из Сиданты, из Писания,
мы должны полностью следовать Гуру Вайшнавам. Иначе любая сиддханта, о которой мы говорим, может быть, мы запомнили, но не, наш характер не поддерживает этого. Или, может, какую-то ложную философию говорим. И еще что-то. И вот та шлока, с которой я начал, она очень важна. Многие не, когда не пытались понять это вот значение этой шлоки, я говорил, что начать Харибаджан это не шутки. Много раз я говорил, много преданных выступали против меня, хотели убить меня даже, но я очень спокоен, не чувствую никаких проблем. Много раз я говорил, что вначале мы должны понять Вайшнави Пратиштху, и после этого мы сможем проповедовать достойным образом, иначе будет неправильная проповедь. Что значит проповедь? Что значит настоящая проповедь? Чайтанья Чаритамрите говорится, Кришна Бина, вот эта шлока, то, что мы не можем утвердить бхакти в сердце обусловленных душ, если мы сами не имеем бхакти, как мы можем проявить бхакти в сердцах других, если у нас самих их нет, и нету этого бхакти, это не проповедь, а неправильная проповедь. Проповедь значит, Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, если чистые вайшнавы ничего не говорят вам, то его характер, его, даже вот, то есть такой чистый вайшнав ничего не говорит, просто своим даршанам, просто если вы находитесь рядом и смотрите на чистого вайшнава, то бхакти, оно может проявиться в вашем сердце. Рамана Джачарья говорит об этом, что если вы просто будете находиться рядом с чистым вайшнавом, оно такое нахождение даст вам бхакти. Но мы не знаем, как совершать сатсангу и асатсангу. Я не могу сказать, что в этом мире нет вайшнавов. То есть нельзя сказать, что в этом мире нет вайшнавов. Вайшнавы могут есть, но мы не можем их узнать. И в начале всего, Гуру Таттва, я говорил в тот день о Пракрита Гуру Таттве. Джо мантро са гуру, джо гуру сахари. И вот вы должны осознать эту таттву, что мантра, данная моим Гурудевам, она не отлична от Гурудева. А кто такой Гурудев? Это сам Хари, сам Сакшат Хари. Tasmat sarva prajatneno guru meva prasarayat. Meva, affirmative. 100% you will have to satisfy Gurudev Vaishnav. How? Out of the humble attitude, you can satisfy. Мы должны служить Гуру Вайшнавам, чтобы они были довольны нами. И сегодня день Худа Санатана Госвами Пада. Мы должны каждый день читать что-то из истории, жизнеописания какого-либо вайшнава. Мы должны изучать каждый день жизнеописание вайшнавов и никогда не забывать, если мы сами хотим стать вайшнавами. Нужно повторять Туласи Харинам рядом с Туласи. Sit in one place and try to do Harinam.
И так очень благоприятно сидеть рядом с Туласи и повторять Харинам. Шрила Бхактивинода Такур говорил, что мы должны совершать служение руками. Это наставление Шрила Бхактивинода Такура, что мы должны совершать служение руками. Без служения мы не можем сказать, что, то есть без служения мы не видели, что какой-то Вайшнав достиг успеха. Мы должны служить все время. И Шрила Прабхупада говорил, что мы должны быть готовы потратить галлоны и галлоны крови для спасения обусловленных душ, а многие не готовы потратить и капли. И вот сегодня день ухода Шрилы Санатана Госвами. Я уже сказал чуть раньше, вот, что мантра, данная Гурудевам, не отлична от Гурудева. Можете ли вы осознать, что ваш Гурудев, он не отличен от самого Гуранги Махапрабху? Можете ли вы осознать это? Можете ли вы прикоснуться к шалограмме Гирираджу и сказать, что вы поняли это? Если вы осознаете это, что Гурудев не отличен от самого Шри Кришны, не отличен от, практически не отличен от Кришны, что значит онтологически татва, Гуру-татва от Кришна-татва не отлична. И в этом случае вы сможете получить все сокровища вашего баджана, никто не сможет остановить вас. Вы можете, будет зеленый свет на вашем пути. И Шрила Прабхупада говорит, тот день, когда вы осознаете это, то путь перед вами будет открыт. Но среди 99% преданных, они не понимают этого. И поэтому они не могут стать успешными в баджане. И вот Санатан Госвамипад, Рагунат Дас Госвамипад, Джива Госвамипад, Рупа Госвамипад, они все хотели дать нам, они хотели сначала дать нам учение о третьей шлоке, данной Шримана Махапрабху. Но многие хотят изучать другую философию, но не готовы следовать третьей шлоке Шикшаштаки. И что значит это третья шлока Шикшаштаки? Не осознав эту шлоку, не применив ее в своей жизни, мы недостойны совершать харикиртан. Если мы не будем следовать этой третьей шлоке Шикшаштаки, поскольку Шриман Махапрабху говорит такие слова. Киртани Садахарих. Мы должны всегда воспевать славу Шри Кришны, повторять Харинам. Когда мы, тогда, когда у нас есть качество Тринадапи. Шрила Бхактивинода Такур говорит, день и ночь мы должны совершать служение руками. Не пытайтесь жить спокойной жизнью где-то в уединении. Шрила Бхактивинода Такур говорит, если вы сможете совершать служение руками день и ночь и плакать, то, и воспевать святые имена, то Шрила Бхактивинода Такур предупреждает нас, что тогда в один день Кришна нам, он явится на ваших устах. Можно пойти в Баджан-Кутир Шрилы Бхактивинода Такура, там написано это. Там написано это, его слова, что совершать, что мы все время должны совершать служение руками, а умом и устами воспевать святые имена. И если мы будем так делать, то в один или в тот или иной день Кришна нам явится на ваших устах. Кришна нам, он не отличен от самого Шри Кришны. Кришна и Кришна нам, они не отличны. Если вы хотите поместить Кришна нам под ваше влияние, то это не получится. Кришна нам, он никогда не попадает под чье-то влияние, он уникален. Как можно сказать, что я повторяю Лакхаринама?
Может, вы даже одного Харинама не повторяете, кто может сказать, поскольку Шри Чайтанья Махапрабху говорит, когда дает. Дает, приводит такой пример, что даже если один Харинам явился на ваших устах, то если даже Харинам один раз явился в чем-то сердце или на чьих-то устах, то он, несомненно, чистый вайшнав. И вот преданные спрашивали, кто такой чистый вайшнав, и Махапрабху 3 года подряд отвечал по-разному. Сначала он сказал, что можно, что если, например, какой-то вайшнав, он куда-то едет, то многие преданные, многие даже не преданные, люди просто, видя его, вспоминают имя Кришны и кланяются ему, то он чистый вайшнав. Если вы увидите чистого вайшнава, но если вы не совершали никаких оскорблений, может, какие-то грехи, но не оскорбления. И вот если вы не совершали никаких оскорблений, то тогда, если вы увидите чистого вайшнава, то автоматически ваша голова упадет перед ним, склонится перед чистым вайшнавом. Как я говорил на день ухода Шрилы Прабхупады, вы можете вспомнить Мадан Махан Малабья. Он был известным, очень известным ученым. Он говорил, что за всю свою жизнь я никогда, моя голова не преклонилась ни перед кем, никогда в жизни. Только тогда, когда я увидел Шрилу Прабхупаду Бхактисиддханту Сарасвати, когда бы я ни приходил к нему и смотрел на него, автоматически моя голова, она преклонялась перед ним. Это случалось само собой. Это один из признаков чистых вайшнавов. Вы можете это принять или не принять, но так и есть. И вот пытайтесь помнить снова и снова. Мы не должны пытаться жить своей жизнью. Мы должны пытаться что-то сделать для гуру и вайшнавов и для Бхагавана. Кто-то спросил у Шрилы Прабхупады, что мы не образованы, хотим узнать в двух словах определение, кто такой вайшнав. И Шрила Прабхупад сказал: хорошо, я не буду никаких шлок говорить. Вы бенгали понимаете? Да, понимаем. И вот Шрила Прабхупад сказал, что пытайтесь слушать. И вот тот, кто делает что-то, тот, кто всегда делает что-то для гуру вайшнавов и Бхагавана, то будьте уверены, что он и есть вайшнав. А тот, кто всегда пытается сделать что-то для гуру вайшнавов и Бхагавана, будьте уверены, что он вайшнав. И очень такое прекрасное определение. И мы должны посвятить гуру вайшнаву вам не только наши деньги, но и наши усилия, нашу жизнь. Мы должны пытаться исполнить желание Шрилы Прабхупады и Шрилы Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджи и Шрилы Кешава Госвами Махараджи. Если ради этого весь мир будет против нас, то мы все равно, то я все равно готов. Но мое желание, наше желание должно быть совершенным. У нас не должно быть никаких. Посторонних желаний, кроме служения гуру вайшнаву. Как в школе. Ну, как в школе иногда учителя просят написать
наши планы на жизнь, скажем так, кем хотим стать там и прочее, и прочее. И вот и так. И многие не знают, какова цель, настоящая цель их жизни. И вот суть в том, если мы хотим, то есть мы хотим, мы ради Гуру Вайшнавов должны потеть, должны делать что-то конкретное. И если мы так служим Гуру Вайшнавам, живем идеальной жизнью, то тогда пытаться повторить Лак Харинама, то... Но Махапрабху говорит, что у нас нет способности даже один раз повторить святое имя, поскольку если святое имя явится, настоящее святое имя явится на наших устах, то мы автоматически станем вайшнавом. И, но так или иначе, мы должны пытаться повторять святые имена, и в один или иной день святое имя явится на наших устах. И вот перед тем, как говорить о Санатане Госвами Падве, я начал с шлоки, вот этой шлоки. Кто написал ее? Другой великий вайшнав, он написал эту шлоку, Рагунат Дас Госвами. Он сам великий вайшнав. Он являет такое смирение, он плачет и говорит, что только Санатан Госвами Пад. Вайрагья, если мы хотим доказать, что у нас есть непривязанность, может, это ложная непривязанность, ложное отречение. И поэтому Сарвабхаума Бхаттачарья, он сказал, когда Махапрабху, перед Махапрабху он начал возносить сотню шлок в его славу. То одна из них была такая. То, что Сарвабхаума Бхаттачарья имел в виду, то Сарвабхаума Бхаттачарья говорил, я был подобен шакалу, я говорил только о сухой философии, и сейчас по милости Шри Чайтанья Махапрабху, океан расы, океан трансцендентного нектара. Он пришел ко мне, и Сарвабхаума Бхаттачарья, плача, говорит, он произнес сотни шлок во славу Шримана Махапрабху, и Махапрабху одобрил. Он сказал, что ты произнес 100 шлок, подобно ветру. Но вот эта конкретная шлока, если кто-то ее повторяет, он сможет совершать бхакти. И эта шлока поэтому одобрена Махапрабху. Если у кого-то есть возможность, если кто-то будет вот изучать, я на Бенгале 10 лет назад опубликовал эти шлоки Сарвабхаума Бхаттачарья. И вот что я хочу сказать. Сарвабхаума Бхаттачарья хотел сказать вот такие слова «Вайраги Видья». Зрелое отречение, когда вайрагья становится зрелой, когда наше отречение становится, когда оно зрелое и незрелое, и когда наше вайрагья станет полностью зрелое, то не нужно выставлять на показ наше отречение.
Наоборот, мы должны скрывать его, ну, не хвастаться, по крайней мере. И вот когда наше вайрагья, отречение, оно полностью поддерживается милостью гуру, гуру и вайшнавов, это называется вайрагья-видья. You can throw like garbage, penniless, not penniless, useless, smell, bad smell, you can throw out like garbage. А когда and наша вайрагья, она не зрела, то и толку от нее нету. Show your вайрагья. If it is not, if your вайрагья is not approved by Guru then, Vaishnava, what use? И вот Рагхунатх Дас Госвами говорит со смирением, мы должны изучать день и ночь, мы должны изучать жизнеописание Рупы Санатаны Рагхунатха Госвами, чтобы стать вайшнавами. Если мы вообще хотим стать вайшнавами, мы должны изучать их жизнь. То есть просто имитировать это мало, очень мало, мы должны изучать и всем сердцем принять. И если мы хотим стать чистым вайшнавом, то мы должны приносить свое почтение, кланяться гуру вайшнавам и думать о себе, что мы бесполезны. Шрила Прабхупад говорит, что это даршан чистого вайшнава, что весь мир совершает Кришна Баджан, только я не могу его делать. Шрила Прабхупад дал такой пример. Если вы чистый пример, то у вас будет такое чувство, что весь мир совершает Кришна Баджан прямо или косвенно, а я не могу. И вот материалисты, всякие полицейские, адвокаты, судьи, всякие и прочие воры и прочие работники, они служат майе. А майя, она как бы служанка Кришны, и они так косвенно служат Кришне, получается. И вот у нас должно быть такое чувство, что весь мир совершает Кришна Баджан, что только я не могу этого делать. И когда это чувство явится в вашем сердце, то тогда вы почувствуете, что кто-то, что тогда вы увидите, что все другие вайшнавы, они выше нас, а мы ниже. И мы должны пытаться взять пыль с лотосных стоп гуру вайшнавов, когда они уходят, нужно взять пыль с их с того места, где они наступали. Это скрытым образом нужно делать, а не на показ. И как можно совершать баджан Санатан Госвамипад, Рагхунатх Дас Госвамипад, он говорит о нем, что только Санатан Госвами, тот, кто он пытался как накормить, дать мне нектар бхакти расы. Что такое бхакти? У нас нет идеи о том, что такое бхакти. У нас нет представления, что такое бхакти. Бхакти — это не какая-то материя, которая, не какой-то предмет, который можно найти в этом материальном мире. Бхакти, оно исходит из Галока до Дамы, с Вайкунтхи. Кто-то может сказать, что бхакти — это какое-то явление, вещество или предмет, что можно пойти и купить килограмм бхакти на рынке. Нет, это не так. И вот Рагхунатх Дас Госвами говорит, Крипам Будхи,
есть океан отречения. И океан, океан страданий. Один из признаков вайшнава. Вайшнавы не являют смирение, они выражают почтение всем. И это зовется вайшнава дхарма. Мы должны выражать почтение всем. Я вот видел в жизни моего Гурудева, если какой-то даже ребенок приходил в его комнату, Гурудев ему кланялся. То есть этот ребенок приходил поклониться Шрила Пури Госвами Махараджу. А Гурудев слышал, что кто-то идет, он уже ему кланялся перед тем, как этот человек или ребенок поклонился Шрила Пури Госвами Махараджу. И таким образом вот мы видели его идеальную жизнь. Он никогда никого не оскорблял, а всем выражал почтение. И вот сейчас я хочу сказать что-то о Сиддханте Санатана Госвами. Можно говорить месяц непрерывно о Санатане Госвами, и то мало будет времени. И вот сейчас я хочу сказать что-то о Сиддханте Санатана Госвами Пада и о его смирении. И вот Рупа Санатан, Шри Чайтанья Махапрабху, когда он достиг Рамхеля, и перед этим они писали письма Шри Чайтанья Махапрабху через кого-то. Но Шри Чайтанья Махапрабху пошел в Рамхеле, и никто не знал, почему Махапрабху в другую сторону пошел. И Махапрабху сказал Рупе Санатане ночью, когда они пришли с Анупамом и Джива Госвами Пад, он был ребенком в то время еще. И Махапрабху сказал, никто не знает, почему я пришел сюда, в Рамхеле. Все говорят, я ушел в другую сторону. Я пришел специально, чтобы встретиться с вами. И там Рупа Санатан, они стояли с травинкой, зажатой в зубах. Все. Это символ смирения. Много раз я повторял эту шлоку. Вот эту шлоку. हे साधवो सकलमेव विहाय दुरा चैतन्य चंद चरणे कुरुतानुराग लीव एवरीथिंग оставьте все, все бесполезное. Вы ждете какого-то почтения, какой-то славы, вы ждете, что вы получите какое-то наслаждение в вашей жизни. Оставьте все и пытайтесь понять, что такое бхакти. Все проблемы решатся. Любые проблемы в этих 14 мирах. Все проблемы, они решатся. В тот день, когда вы поймете, что такое бхакти. В тот день, когда вы поймете, что это бхакти, то все проблемы, они решатся во всех этих 14 мирах. В тот день, когда вы поймете, что это бхакти, и все проблемы автоматически уйдут. Все ложное эго, вся агония, вся боль, что кто-то оскорбляет вас, и все остальное, оно уйдет в тот день, когда вы поймете, что такое настоящая бхакти. И Шри Чайтанья Махапрабху, он пролил свою милость на Рупу и Санатану. И они попросили Нитянанду и всех своих спутников, чтобы они одарили их своей милостью. Поскольку милость Кришны или Шри Чайтанья Махапрабху, она невозможна. И поэтому Махапрабху попросил своих спутников, чтобы они благословили Рупу и Санатану. Они очень смиренные. И все спутники Махапрабху благословили их. И после этого
очень скоро. Я кратко говорю об этом. Рупа и Санатана Госвами Пад. Они работали при правительстве царя, и вместе с Анупамом они оставили свою работу и ушли. И когда они узнали, что Махапрабху идет во Вриндаван, они оставили все свои дела и ушли. И Санатан, и этому местному царю, он беспокоился, что случилось с его министром финансов, и сказали, что он болеет, а сказали, что доктора есть, и в общем, и Санатану проверили и спросили, что же вы на работу не ходите. И этот Хусейн Шах пришел к нему и спросил, в чем дело, все дела в моем царстве твои. И он сказал, что я не могу больше служить вам. Почему? Поскольку я не могу больше работать. И тогда он обнаружил, царь обнаружил, что Санатан Госвами Пад, он обсуждает Бхагаватам с было около 18 или 20 вайшнавов рядом с ним. И вот там Санатан Госвами, он получил Бхагаватам во сне. И он вот сам спал, услышал, что кто-то Бхагаватам читает, и он посмотрел и смотрит, что это сам Кришна читал Бхагаватам. И и вот потом к нему вскоре пришли какие-то вайшнавы и дали Бхагаватам обернутую красной тканью. И вот он обрадовался, что вот во сне я видел Бхагаватам, и вот оно само пришло ко мне. И с тех пор Санатана Госвами был уверен, что Бхагаватам не отлично от Шри Кришны. И поэтому Санатана Госвами написал такую шлоку вандану, прославление Бхагаватам. И вот Санатан Госвами, царь, разгневался, отправил его в тюрьму, поскольку он был главный премьер-министр, как его, он не мог ему отпустить, и решил заточить под стражу. Но он согласился, что будет в тюрьме, но работать не будет. И И вот этот Хусейн Шах предложил ему отправиться с ним на войну в Орису, а Санатан отказался, предпочел находиться в тюрьме. Вот, а Рупа Госвами тем временем, он на лодке вместе с своим этим богатством, драгоценностями, золотом, он на лодке пересек реку какую-то и раздал это свое богатство своим родственникам, гуру и каким-то вайшнавам, и около 700 золотых монет оставил для Санатаны в магазине какого-то торговца.
продовольствием и торговцы рисом и в продовольственном магазине, в общем. И вот и Санатана, оказавшийся в тюрьме, он говорил с тюремщиком, что я так много сделал для тебя, и вот сейчас время отплатить. И он спросил, как же я не могу тебе отплатить. И вот смотри, сейчас в опасности, ты должен освободить меня из тюрьмы. Нет, как, если я тебя освобожу, царь вернется и убьет меня. Нет, они не узнают. Ты очень осторожно освободи меня. Нет, не могу. Хорошо, даю тебе 500. Он предлагал какое-то количество золотых монет, а этот тюремщик, он все отказывался, отказывался. Как, ну, в этом мире можно найти такие примеры, какие-то эти работники, офицеры, скажем, очень горды, что какие-то 50 тысяч, за 50 тысяч ничего не буду делать. А если 100 тысяч предложить, то тоже. А если там предложить такому человеку 200 тысяч, скажем, он уже о своей морали забудет и сделает то, что от него просят. И вот так моральный стандарт чей-то, он может быть нарушен с помощью какого-то привлекательного явления. Ну, как в случае со взяточниками, взяткой, например. А в случае с Аджамилом, например, когда он был прекрасный браман, он поклонялся шалаграмам. Но не было у него достаточно духовной силы, чтобы устоять перед этим, перед наслаждениями. И так его моральные устои, они нарушились. И вот Санатан Госвами, он сторговался с тюремщиком до 700 монет, сказал, что пойдет в Мекку, и никто его не найдет. А ты можешь сказать царю, что вот утром Санатан Гасай пошел в туалет, у него была цепь на ноге и с грузом, и вот он но прыгнул в Гангу по дороге и утонул. И вот, в общем, они на этом договорились, и Санатана Госвами ушел, и по милости Чайтанья Махапрабху он отправился в Варанаси, я кратко говорю. И вот он оделся в одежду дарвиша, такого мусульманского саньяси, как скажем так, и пошел в Варанаси, и он узнавал, где же находится Махапрабху, и узнал, что он в доме Чандрашекарачари находится. И в доме Тапан Мишры Махапрабху просад принимал. И вот Тапан Мишра, он вайшнав, но все же Махапрабху никогда не хотел нарушать правила. Махапрабху принял Тапан Мишру и Чандрашекара, обоих, но все же Махапрабху никогда не нарушал правила, принятые варнашами. И вот Санатан Госвами, он нас, когда узнал, он ждал ворот. Если Господь Антарьями, он знает, что я здесь, и он позовет меня. И Махапрабху, он внутри говорил с преданными, и
сказал: «О, Чандрашекар, иди, снаружи твоего дома стоит какой-то вайшнав, позови его внутрь». И Чандрашекар открыл дверь, смотрит, нету вайшнавов. Нету вайшнавов никаких. Кто-то там, а кто-то есть, я, да, какой-то дервиш стоит, да, вот его как раз и приведи. И вот Санатан Госвами, когда пришел, его слезы катились из его слов, из его слезы катились из его глаз. И Махапрабху побежал, чтобы обнять его, а Санатан Госвами сказал, что не нужно, я падшая душа. А Махапрабху сказал, что: «О, Санатан, не говори так, я хочу прикоснуться к тебе, чтобы очиститься. Та чистота, которая в тебе, она такова, что ты можешь очистить весь мир, что говорить обо мне. Приходи ко мне, иди ко мне, обними меня». И вот Рупа Санатана, они обнялись, и слезы текли из их глаз. И вот Махапрабху, несмотря на то, что он антарьями, он спросил, что же случилось, как ты смог освободиться. И вот он послал Чандрашекара, чтобы вместе с ним, чтобы они омылись в Ганге, побрились и оделись в вайшнавскую одежду. И после этого Чандрашекарачарья, он хотел дать новую одежду Санатане, но Санатан сказал, что я не могу принять новую одежду. Если вы хотите дать мне какую-то одежду, дайте поношенную, старую. Как я не могу вам дать такую одежду? Нет, а я другую не возьму. Если дадите мне какую-то поношенную одежду, тогда я возьму ее, хорошо? И вот дали ему одежду, эту поношенную одежду. Он разделил ее на три части, сделал клопину, утарию и, ну, в общем, классическую одежду с этого саньяси, по-моему. И вопрос у кого-то возникает, кто дал ему этот веш, эту одежду. When coming in front of Mahaprabhu, Mahaprabhu approved it, loving, now nice. Но Санатан Госвами, он был уже прирожденный Парамахамсой, поэтому его такой Парамахамса веш, он одобрен Махапрабху. У нас должно быть бхакти. Мы должны говорить с полным уважением к ним, как кто-то спорит, кто дал саньясу Шриле Прабхупаде. Если вы будете спорить на эту тему, вы только в ад попадете. И вот Махапрабху одобрил его, этот Бабаджи веш. И вот Махапрабху еще спросил у него, где твое дорогое одеяло. И этот Санатан пошел опять на гат, увидел какого-то Гауди Вайшнава. У него была какая-то заштопанное одеяло со всех сторон. Ката называется. В словарях таких слов нету, а так называется, в общем. И там он попросил этого вайшнава, что у меня просьба к вам есть. Что нужно? Я хочу поменяться с вами вот этим дорогое одеяло на ваше поменять. Ты что, смеешься? Это очень дорогое одеяло. Нет, я не шучу, мне вот ваше старое надо. Ну, они в общем, поменялись. И когда Санатан Госвами пришел с этим штопанным одеялом к
Махапрабху был очень доволен. И вот Махапрабху сказал, что если Кришна смог исцелить тебя от всех болезней, то почему Кришна не исцелил тебя от одной? То есть от всех должен исцелить. И Мадхукари, мы не можем, не имеем права принимать Мадхукари до тех пор, пока мы полностью не имеем никаких денег. То есть если мы принимаем что-то от Враджаваси, мы должны им отплатить. А если мы не отплатим, то станем собакой в доме этих Враджаваси. То есть, если у нас есть какие-то накопления, какие-то средства, то принимать Мадхукари мы не имеем права. Иначе майя на нас скинется духовного пути. И поскольку так часто случается, что многие люди совершают какие-то ошибки и приносят какой-то, буквально мусор на рынок этого святого имени, поэтому Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, что я говорит о себе как о подметальщике рынка святого имени. И вот он, Шрила Бхактивинода Тхакура, говорит о себе как о подметальщике святого имени, он подметает, очищает этот рынок святого имени, чтобы Нитьянанда и Махапрабху были довольны. И вот сейчас Санатана Госвамипад, он начал слушать от Махапрабху на протяжении месяца. И Шичитани Махапрабху давал наставления Санатане Госвами. И вот Санатан Госвами был настолько смирен. Мне даже стыдно говорить, как Рупа Санатана Госвами, они Бхагатрадж Брахманы, они происходят из наивысшей брахманской касты, если посмотреть на их происхождение, но они думают о себе как о низких личностях, что они общались с мусульманами. И если такие великие брахманы, они являют такое смирение. И однажды Вала Бхатта пришел пригласить Махапрабху в Райграм, это напротив Тривени находится, то тогда Рупа Санатана, они принесли ему свои поклоны, они хотели обнять его на Махапрабху. Махапрабху пошутил, что не надо их трогать, они с низкой касты. А этот вайшнав сказал, что я думаю, что они с высокой касты. Вала Бхатта, у него тоже было какое-то, Вала Бхатта, он тоже оказывал почтение варнашрама дхармы. Он сказал, что, о, Прабху, я думаю, вы шутите. Я думаю, они с высокой касты, поскольку они всегда повторяют святые имена. Нет. А Рупа Санатана, они ушли чуть дальше, чтобы никто их не задевал. И Рупа Санатана, они никогда не хотели войти в храм Джаганатхи, и даже близко не подходили. Они думали, что мы падшие души, мы работали на мусульман, и может Рупа Санатан, когда они шли, они были в Пурушоттам Даме. Они жили там, где жил Харидас Такур в отдаленном месте, оно Айтота называлось. И вот они даршан Джаганатха не получали, они говорили, что у нас нет способности, мы можем смотреть на чакру Джаганатха.
даже не ходили, не ходили по тем, по главным улицам и по улицам, прилегающим к главной улице, чтобы ненароком не задеть служителей Джаганатха. И Махапрабху однажды позвал их к себе и спросил: «О, Санатан, как же вы пришли?» И они сказали: «Вот через пляж, через берег океана, как там же горячий песок. Дайте я посмотрю на ваши ноги, стопы. О, да, вы обожглись. Как же вы там шли? Так много страдали по дороге. Почему вы так пошли? Почему вы не пошли напрямую? Поскольку панды служить саваки Джаганатха, они ходят там, и мы, может, и случайно могли бы их задеть и осквернить, это оскорбительно. И таким образом Рупа Санатана и все остальные, они показывают нам такое смирение. Махапрабху, он хотел доказать, что если вы хотите прийти ко мне, если вы хотите достичь моих лотосных стоп, если вы хотите достичь лотосных стоп Шри Чайтанья Махапрабху, то вначале всего мы должны узнать от Рупа Санатана Рагхунатха, Рагхунатха Госвами, смирение. Мы должны изучить смирение от них. Санатан Гасай, когда Махапрабху достиг Пуршоттам Дхама из Вриндавана, Санатан Госвами, они ушли решить какую-то финансовую проблему в деревне какой-то. Рупа и Анупама, и тем временем на берегу Ганги Анупам оставил тело. И когда Махапрабху встретился с Рупой Госвами Падом в Аллахабаде и сказал, что уже встретились с Санатаном, он уже встретились с Санатаном, и таким образом. И вот так или иначе, Рупа Госвами Пад и вот когда Санатана через Джараканд из Вриндавана достиг Пурушоттам Дхамы, и Махапрабху, когда он тоже когда шел из Вриндавана, они через Джараканд проходили. Это такое короткое место, можно путь сократить через этот Джараканд. И вот Санатана, когда шел тем же путем, у него какая-то кожная болезнь развилась. И вот так или иначе Санатан достиг Пуршоттам Дхамы, и Махапрабху узнал, пришел встретиться с ним, но Санатана, он попросил Махапрабху, чтобы вот я заболел кожной болезнью, я падшая душа, и поэтому не трогай меня. Но Махапрабху пришел и обнял его специально. И Санатан начал плакать, что я не должен находиться здесь, поскольку ты каждый день будешь приходить и обнимать меня, и эта кожная болезнь может тебя заразить. И поэтому лучше я не буду здесь находиться. И Махапрабху сказал: «О, Саната, не говори так, когда бы я не обнимал тебя. Ты думаешь, твое тело бесполезно? Ты думаешь, что ты падшая душа? Но в тот первый день, когда я обнял тебя, я почувствовал аромат чанданы. И вот в тот первый день, когда я обнял тебя, я почувствовал аромат чанданы. И Санатан Госвами подумал и сказал, что уж точно нельзя ему тут находиться, и решил оставить свое тело, бросившись под колеса колесницы Джаганатха. И вот после Радха-ятры он решил кинуться под
как колеса колесницы Джаганатха, иначе Махапрабху будет приходить каждый день обнимать меня, это очень плохо. И Махапрабху, когда он узнал это, он сразу сказал: «О, Санатан», перед Харидасом сказал: «О, Харидас, смотри, если я могу дать какое-то сокровище тебе, можешь ли ты потратить это сокровище? Нет, ты должен хранить его. И также, если я то есть дам тебе какое-то сокровище, ты не имеешь права это тратить, ты должен сохранить и отдать. И, а для Санатаны, правильно ли это? А что вы имеете в виду, что Санатан, он уже отдал мне свою жизнь? Санатан сказал, что он отдает мне свою жизнь, что он предался мне. А что значит самопредание, когда мы полностью предались Гуру Вайшнавам, Бхагаватам? Приводится такой пример, что мы подобно проданному животному, что если мы пойдем на рынок и купим какое-то животное, скажем, собаку или корову, или осла, или еще кого-то, то то это животное, оно как бы уже наше, если мы его куда-то привяжем, то животное там и стоит, и никуда не уходит. И вот в Бхагаватам говорится: «Викрито пашо ята». И вот в Бхагаватам говорится, что когда мы предаемся Гуру Вайшнавам, то подобно тому, как животное, проданное на рынке, оно не имеет никакого секретов, никаких желаний отдельных от своего от хозяина. И таким образом, когда мы предаемся Гурудеву, все мы полностью зависим от него. И вот он сказал: «О, Санатан, это очень плохо тебе принимать какие-то решения самостоятельно, какие решения. И вот если я могу достичь лотосных стоп Шри Кришны, просто оставив тело, если это поможет, я могу тысячи и тысячи раз оставлять тело. И поэтому, если ты предался мне, то ты не имеешь права уже оставлять свою жизнь под колесами колесницы Джаганатха. Это очень плохо. Ты уже продался мне, и поэтому, если ты примешь какое-то отдельное решение, то это очень плохо». И тогда Махапрабху опять пришел и обнял Санатану, и его тело сразу же исцелилось. И вот как он его обнял второй раз, сразу его тело, оно выздоровело, исцелилось. И Санатана начал плакать, что у меня было смирение, когда я был болен такой кожной болезнью, как Кушти Випра также говорит. И вот blood and poison, any insect coming out of this place, falling down. И вот тут кушти випра, какие-то червы выпадали из его тела, он их назад садил, он думал, говорил, что же вы будете есть, если вы уйдете от меня. И Махапрабху, когда исцелил его тело, он говорил, как же я могу сохранять смирение, эта болезнь помогала мне сохранять смирение, что же делать теперь?
И вот поэтому все, что приходит к нам, мы должны думать, что это милость Шри Кришны. Мы должны понять, что Санатана Шикша. Я могу немного сказать, они времени мало осталось. Из Джайпура, рядом с храмом Говинды, вот меня просят приехать туда и объяснить читание Читамриту там, но я сказал, времени мало, еще в Бакуру меня зовут поехать. И вот сейчас суть в том, что Санатана Шикша, Шрила Прабхупад, Шрила Бхактивинода Тхакура, наши Гурварга говорят нам, если мы не... У нас нет четкого представления о Санатана Шикше, то тогда мы не сможем начать наш баджан. Мы должны помнить Санатана Гасай, он Самбанта Гьяна Ачарья. Мы должны слушать день за днем о его жизни. Нужны часы за часами, чтобы это объяснить. Каким образом Санатан Госвами пытался по милости Шри Чайтанья Махапрабху, он заново открыл все места лил Шри Кришны, свидетельства из Писаний, Шрути, Смрити, как он смог это сделать, как было возможно для Санатана Госвами обнаружить Мадана Махана. Даже Мадана Махан говорил с ним на берегу Гавардхана, рядом с Гавардханом. Мадана Махан явился к нему с горшком молока и сказал, что выпей это молоко. А Санатана сказал, что ты такой маленький мальчик, как ты пришел сюда с таким горшком молока. Все сказали, что ты постишься, как ты узнал, ну вот в Раджавасе ходят, смотрят, ты постишься, мне сказали, и я принес тебе молока, а почему ты один пришел, где твоя семья, но они заняты, поэтому один пришел. И вот он взял этот горшок молока и смотрел на него. Он настолько прекрасный мальчик, и он выпил молоко, и этот мальчик пропал. И когда Санатан Госвами прикоснулся к молоку языком, то он почувствовал какое-то напряжение там. Он подумал, что это наверняка не простое молоко, что это может быть сам Кришна, и тогда он понял, что это сам Кришна приходил, но он не смог осознать вовремя. И после этого Санатана Госвами начал совершать все служение, которое дал ему Шри Чайтанья Махапрабху. Санатана Госвами, я кратко говорю, он жил потом впоследствии в Нандаграме у Паван Сароварья и кто-то еще там у Теракадамбы. В Теракадамбе мать Ишода не Балгопалу не позволяла ходить туда. И Гопал пообещал своей матери, что далеко не буду ходить, я вот буду недалеко. А мать спросила, как же я могу понять, что ты далеко не пошел, а поблизости остался. И Кришна сказал, вокруг Нандаграма я буду, только рядом с Нандаграмом. Я пойму? Я на флейте буду играть, ты будешь слышать и будешь знать, что я где-то рядом. И вот Гопал играл на своей флейте, чтобы его мать знала, что он где-то поблизости. И Санатан Гасай совершал баджан в Теракадамбе, в Паван Сароваре, а в Теракадамбе Рупа Госвами совершал баджан. И вот Санатан Госвами однажды пришел встретить Рупа Госвами, и Санатан Госвами и Рупа, он относится к нему как к своему гуру.
так много противоречащих проблем возникало. Кто-то думал, кто Гурудев Санатана, кто Гурудев Рупа Госвами, кто Гурудев Джива Госвами. Это глупые вопросы. Если вы погрузились глубоко в бхакти, вы осознаете. Санатан Госвами, он дал нам такую вандану, Шикшагуру. Его Шикшагуру в виде вачаспати. И еще несколько, два или три. А Санатан Госвами Пад. В киртанах говорится так, но Санатан Госвами, от кого получил дикшу, иногда говорится, что Санатан Госвами в какой-то вандане он говорит в виде вачаспати, как к своему гуру. А от кого Рупа Госвами получил дикшу? От Санатаны. А от кого Джива Госвами получил дикшу? От Рупа Госвами. И в киртанах говорится в Гуру Паривар. И вот сейчас Санатан Госвами пришел к Рупе, и Рупа Госвами подумает, сегодня Гурудев приходит ко мне, и я хочу параманну приготовить для него, чтобы я мог, смог поднести его, ее Гурудеву. И вот он думал, Санатан Госвами, и ничего нету, что же делать. И тем временем какая-то девочка пришла, в Раджавасе Лали называют их, и сказал: «О, Баба, открывай дверь, кто пришел?» И смотрит, какая-то прекрасная девочка пришла, что случилось? Сказал, она сказала, что моя мать отправила тебе вот продуктов, и он увидел, что это молоко, рис, сахар. И он как раз думал, что хотел сделать параману, и вот он все собрал. И вот все, он из этих ингредиентов он приготовил параману, приложил Кришне. И когда Санатан Госвами пришел, попробовал, он спросил, что это за параману, а кто это все принес. А какая-то девочка тут мимо проходила и принесла. А он сказал, что зачем это, сама Радхарани приходила, зачем ты столько неудобств Радхарани принес. Никогда не делай так больше. А я думал, что вы приходите ко мне, хотел накормить как-то вас. И, а смотри, так ты своими мыслями так принес боль. Радхарани, сам Шри Кришна готов служить Радхарани всегда, а ты заставляешь ее приносить продукты тебе. Никогда не думай, не делай так больше. И таким образом, как Санатан Госвами обнаружил Мадана Гопала, он однажды пошел в какой-то дом в Мадхуре, муку просить в подаяние. И вот он увидел, что Мадана Гопал, он с каким-то этим с сыном этого мукомольщика спорил. Кришна, он принимает нашу любовь, а не что-то еще. Ага. Кришна, он хочет
Кришна, он принимает только любовь от нас, а не какие-то материальные вещи. Время, оно идет, а мы играем. И вот жена этого мукомольщика, Мадана Гопал, morning time, it will take time, going to, and you feel this, that. No, first of all, you have to go. Without taking bath, you have to do. Then what Chobe's wife doing? With one stick, or nimba, wooden stick. Okay? And making khichdi with the opposite. Khichdi, making. Gopal Bhai, okay, very nice, it's very tasty. But you are maintaining so self-regulation. I don't mind to take. Durjana making so much arrangement. I think there's no appetite. I'm not hungry. И вот там этот Мадана Гопал, который был в доме этого мукомольщика, он с утра был голоден и просил что-то для него приготовить пошустрее. А эта жена этого мукомольщика, она говорила, что сейчас зубы почищу, сейчас помою, сейчас то, сейчас все, в поле сходить надо, 5-10, и этот Мадана Гопал говорил, что нужно побыстрее, давай готовь прямо сейчас, не омываясь. И вот эта жена так быстро готовила, чистя зубы одной рукой. И этот Мадана Гопал был доволен, что таким вот подношением. И мы должны пытаться стать смиренными, If you have fever, you have to speak more Harikatha. Then fever can vanish. Same case with me. For 3 days fever, no problem. I feel happy. Very nice body. No medicine can find solution. So anyway, I like to speak so much thing. So, Sanatana Shiksha. И вот Sanatana Shiksha, она очень важна. If you have... Если мы осознаем, поймем Санатана Шикшу, то тогда мы сможем дальше изучать Рупа Шикшу. Наставление Рупы Госвами. А как джива может обрести бхакти, я говорил 3 месяца назад. И как бхакти возможно обрести для обусловления души. Бхакти — это не что-то в этом материальном мире. Бхакти — оно выше. И вот мы должны быть очень внимательны, осторожны. Лакшахира, она смогла обрести бхакти. Харидас Такур был доволен ею. Она своим поведением, ее сердце очистилось. Хотя она была проституткой раньше, но под влиянием Гурудева она очистилась. И Гурудев дал ей наставление, что нужно служить ей Туласи и повторять стрилака святых имен. И что случилось, что впоследствии, что великие ачарьи приходили получить даршан Лакахира. Что же случилось? Не все думают об этом. Brain not working? You cannot understand how fast it is? Whereas Lakahira was... И вот Лакахира, она, смотрите, была проституткой, но по милости Гурудева она настолько очистила, что другие великие вайшнавы, они приходили просить милости у нее. Мы должны думать об этом. О Санатане Шикше, мы должны изучать Санатану Шикшу, понять ее, слушать день и ночь. Каждый день, сегодня день Гуру Пурнимы. Я немножко скажу, это займет день. Я скажу
об этом. Сегодня день Гуру Пурнима. В Вриндаване те в Раджаваси говорят Мурья Пурнима. Мурья, что такое? И вот в Раджаваси, когда Санатан Госвами оставил тело, они думают, что наш отец, мать, все родственники умерли. В Раджаваси плачут как сумасшедшие. И вот Бара Баба – это Рупа Госвами, а что тут да, Санатана Госвами, они их так называют. И в этот день, в честь ухода Санатана Госвами, они бреют голову в честь уважения, поскольку не относятся к ним как к своему отцу. И второе значение – это Гуру Пурнима. Почему? Что наш Гурудев, например, явился в другой день. Мы уже соблюдали это. Чей-то Гурудев во второй день, чей-то в третий, чей-то еще в чей-то в другой день. А Баладев Нитьянанда, он является в этом мире как Гурудев перед нами, чтобы спасти нас. В различное время муж Гурудев в одно время пришел, чей-то в другое, но вся изначальная татва, она едина. И вот чей-то Гурудев мы должны следовать дню явления своего Гурудева, и других то тоже хорошо бы следовать. Но сегодня особый день. Сегодня особый день. Любой садгуру, любой из четырех авторитетных сампрадай, пытайтесь понять. И вот любой садгуру из любых четырех авторитетных сампрадай, мы отмечаем их явление как единение всей единой гуру татвы. Мы не можем гуру-татву разделить, она неделима, она всеобъемлющая. Это Аканда гуру-татва. И вот сегодня мы должны поклоняться Аканда гуру-татве, всем гуру, всем садгуру, как единому целому. Понимаете? Всем садгуру мы должны поклоняться сегодня, той изначальной гуру-татве. И вот сегодня на санскрите мы говорим «Вьясти-гуру» и «Самасти-гуру». «Вьясти-гуру» — это индивидуальный гурудев. Баладев является в форме, какой-то конкретной форме, как, например, формы Шрилы Бхакти, Вайбхава-пури, Махараджа или еще кого-то. И таким образом различные дни явления разных гуру-девов мы должны поклоняться, но сегодня мы поклоняемся как одной единой сад-гуру-татве. В этот день мы должны поклоняться, можно побриться и начать четырмасе врату сегодня. Начало четырмаси враты для тех, кто начинает с пурнимы, или кто-то с экадыши, кто-то с двадыши начинает. Все варианты правильные. В Бхагаватам шаяна экадыши до утхана экадыши четырмаси описывается. Но поскольку Санатана Госвами ушел в этот день, мы в этот день начинаем иногда под руководством Раджаваси, это тоже правильно. И в Раджаваси, когда бы они не встречали Санатана Госвами, поскольку Рупа Санатана, они никогда не находились в одном месте, они ходили по различным деревням, по всем 84 крошам. И вот в Раджаваси, когда они встречали их, after so long time you are coming to us, this is where they are crying.
Baba, you are not coming for a long time. I give my daughter away in marriage. Where you get married? Husband, what doing? Asking. Brajavas. You would... Anything on material talkings? Санатана приходил какой-то, ну, в какое-то место, в какую-то деревню, он говорил с спрашивал с Враджаваси, например, куда ваша дочь делась, как вот вас давно не было, мы замуж отдали, куда отдали. И несмотря на то, что Санатана Госвами разговаривал на такие внешние материальные вещи, но это было бхакти. И вот Читрамасья Врата мы должны соблюдать в все Шрути, Смрити, Пураны. Они возносят молитвы к Шрада Кашай Вишну, что Господь являет лилу сна в эти 4 месяца. Шрути, Смрити возносят молитвы такими словами. И вот таким образом они возносят молитвы. Это шлоку я в следующий день могу объяснить, если какие-то вопросы. И сегодня день Самасти Гуру Пуджи, день поклонения всей Садгуру Татве. I have heard from one of Gaudiya Vaishnava that to please our in academically to please our group worker, we should learn Harivaksha. В вопрос, чтобы Гуруага была довольна нами, мы должны изучать Харинама Вьякаран. И вот что вы думаете об этом? Read or study Harinam Vyakaran. So because Mahaprabhu is pleased, well, Guru Varga is pleased. So Guru Varga is pleased and Mahaprabhu is pleased. So what would you say to this? You must understand the inner meaning. Мы должны понять глубинное значение этого. Я слышал от Гурудева, какой-то преданный приходил к Шриле Прабхупаде. Шрила Прабхупад занимал его в служении сразу же, поскольку Гуру Вайшнавы, у них есть внутреннее видение, они не могут посмотреть на вас и понять, что вам нужно, в каком служении вас занять, это их обязанность. Если вы сами найдете сами себе занятие изучать Вьякаран, например, то толку не будет от этого. Кто-то, например, часто случалось, что в Шриле Прабхупаде кто-то говорил, что они будут грамматику изучать, но толку мало для этого. Но тот же Шрила Прабхупад, он кого-то специально занимал в этом, но опять же, это индивидуально. Можно открыто сказать, что кто, ради чего Харинама Вьякаран изучает, для какой цели кто-то веданту изучает, чтобы получить славу и почести только. Как я раньше приводил примеры про одного человека, который изучал веданту, но когда он начал говорить харикатху по веданте, все ученые были очень удивлены его глубоким знанием. И вот если мы хотим, чтобы Гуруага была довольна нами, то если мы
it is full of Harinam, so anyway you are not going to waste your time. But can you show me one single? То есть изучать Харинама в Якаран полезно, конечно, но to keep proper track. Harinama is a Vyakarana Nityananda. Not that Harinama, because you can learn, you can ignore Guru Seva. Но Махарадж говорит, что Гурусева важнее, чем изучение грамматики и Харинама Вьякарана. Вначале всего мы должны совершать Гурусеву, и когда у нас останется время, то тогда можно уже Харинама Вьякаран изучать. Your Vyakaran cannot give protection поскольку просто знание грамматики не спасет ни нас, ни все общество, ни Гаудия Сампрадая. Шрила Прабхупад был очень разумен, очень умен. Шрила Прабхупад не позволял всем сидеть и грамматику изучать. А даже нужно, чтобы что-то делать полезное. Иначе как они могут совершать Кришна-бхаджан? Мы должны совершать служение. Мы должны брать. То есть мы должны видеть практически каждого как нашего гуру, что можно было принять какой-то, что узнать какой-то урок, что-то новое от кого-то. Recently, I was at my Guru's temple in Bhubaneswar. You've been there for Rath Yatra, and then they have Charanamrita of a morning. They have Radha Krishna Charanamrita, Goni Tai, Krishna Balaram, and my Guru Maharaj Charanamrita. Вот вопрос его преданный был. В Бхубанешваре он Чернавиту раздавали разную от божества, от Гурудева, еще от кого-то, от Джаганатха. Он вот преданный смешал все в руке и выпил. И Брахмачари сказали, что это оскорбительно. И вот Махараша говорит хороший вопрос. Нужно выразить почтение Чернамрите Гурудева. Хотя, с одной стороны, если посмотреть, Гурудев, согласно вот этой шлоке Сакшатхари, Гурудев не отличен от Кришны, но по-хорошему нужно, чтобы никто не обижался, нужно сначала принять Чаринамриту Гурудева, а потом остальные. И с другой стороны, похожая ситуация, почему мы предлагаем на алтарной одну тарелку Гурудеву, вторую божеством, почему бы все сразу не предлагать, если они разберутся, кому что надо. И вот Нарисимхананда Брамачари, Нарисимха Дева одну тарелку с подношением организовал, а для Гуранги вторую. И Махапрабху пришел и все съел. И этот Нарисимхананда сказал, что что ты сделал, вот тебе твоя тарелка, с нее ешь, не надо с тарелки Нарисимхадева есть. Это его бава такая была, то есть его настроение, что Нарисимхадев его поклоняемый Господь, и он ему служит, хотя если Махапрабху все принял, это нет оскорбления. И вот во Вриндаване тоже спор такой был, что с Гурудеву предлагаем, то Туласи не надо класть, а только на тарелку Кришны Туласи. Нет, у нас должно быть чувство, что когда мы предлагаем что-то Гурудеву, Гурудев это предложит сначала Кришне, а потом сам примет. Если с таким видением
все наши проблемы решаются, а вот Вриндаване спорят, надо ли туласи класть или не надо, а почему? Вы думаете, что Гурудев какая-то материальная личность? Нет. Если вы хотите отдельно выразить почтение, хотя онтологически они не отличны, но с другой точки зрения отличаются. Или, например, какой-то вайшнав принимает прасад и какой-то брахмачари. He come with Uchishtha and take the plate of that Maharaj. That Maharaj become angry. Who told you to touch? И вот какой-то брахмачари, не помыв руки, пошел забрать тарелку Гурудева, с которой он ел, но этот Гурудев разозлился, что он, и другие вайшнавы тоже. То есть нужно выражать почтение. То есть сначала нужно пойти помыть руки, а потом только взять тарелку Гурудева, просто оскверненными руками брать тарелку Гурудева, это нехорошо, это оскорбительно получается. Putting charamrita of Guru and Krishna and taking, is that an offense? No, first of all you can take Gurudev. But and the Gauranga. Yes. То, чтобы никто не обижался и не ругал нас, нужно принять сначала чаранамриту Гурудева, потом. So if you say, what problem if I touch Urin as the Maharaj is showing excesses? И потом чернавиту Кришна Таттва. Но с другой стороны, как бы мы пьем одним ртом, в один желудок попадает это все. И тоже особого, как сказать, оскорбления нету, если мы все это смешаем. Но просто выглядит это нехорошо, и какие-то брахмачари будут критиковать и ругать нас. И вот чем больше мы поддерживаем чистоту, тем больше мы сможем поддерживать наш баджан. То есть на пути хари баджана очень важно поддерживать чистоту.